Обескуражено лицо у смерти. Она ждала его, считая выдох, вдох. А он воскрес, воскрес, восстал во свете, в духовном мире совершив переполох. А дьявол думал, что продумал все детально. Гордыня, ненависть и зависть так гнала, что он, стараясь сделать больно максимально, увлекся так, что смерть подвох не поняла. Все слуги смерти ликовали не на шутку, кровавым шоу наслаждаясь не учли, не разгадали, что к чему, не догадались, зачем Голгофскому холму Христа вели. Плетя интриги, сея злобу и сомнения, готовя толпы, лица, роли и места, сам сатана, читая Божьи откровения, не мог понять предназначение креста. Губитель душ напрасно строил планы, решив, что крест его идея, но Господь, как и когда-то с мудрецами караваны, так и тот крест готовил сам, смиряя плоть. Он знал заранее, что будут пересуды, что затаскают из дворца в дворец, побьют. Он знал количество монет в руках Иуды и то, к чему они в итоге приведут. Христос готов был и все выполнил достойно. Он за 3 года все сказал и все успел. И как бы не было ему в тот вечер больно, он плакал, мучился, но все-таки терпел. Удар пощечин и кнута прикосновения он вынес кротко, низко голову склонив. На издевательство молчал и обвинение решил принять, то святотатство допустив. Он шел на крест, чтоб пострамить врага публично, и капли крови, отбиваемых гвоздей, что заставляли смерть смеяться истерично, не просто делали грязнее палачей. Они тянули небо вниз, но сам Создатель, оставив сына сатаной наедине, в этот момент был как сторонний наблюдатель. Он ждал триумфа Иисуса в стороне. Все окружение притихло, притаилось. И в час, когда Христос сказал: «Отец, в Твои я руки предаю мой дух», свершилось. Открылось то, что крест начало, не конец. Он, как никто, разрушил планы ада. Смерть не смогла его в могиле удержать. Воскрес, воскрес, разрушены преграды. Он был рожден, чтоб все преграды побеждать. Обескуражено лицо у смерти. Она ждала его, считая выдох, вдох. А он живой, он торжествующий во свете, он побывавший человеком, святый Бог. Аминь.